Кому ж та петля предназначена, делом ли нету? Бродяги, убийцы, политику или поэту? За это король мне и платит большую монету. Кому ж та петля предназначена, делом мне нету? Топором от усердия становится жарко. Мне жертву свою, не поверите, искренне жалко. Но черный не дрогнет топор, вот такая работа. Махать топором, остальное не наша забота. А завтра ко мне припроводят другого кого-то. Махать топором, остальное не наша забота. Последнее время все чаще тревожат ночами. Ах, если б вы знали, как хлопотно быть палачами. Впрочем, профессия наша занятная штука. Забавно, как стонет толпа от негромкого стука. А ваша головка посажена крепко, а ну-ка! Профессия наша ужасно забавная штука. А дома встречает жена от жратвы хорошея. Гляжу, а у ней удивительно нежная шея. И детки к отцовским губам подставляют головки. Прикидываю машинально размеры веревки. Лежу с мягкотелой женой, холодея от скуки. И чешутся, 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 чешутся руки.